В прошлом году около 400 миллионов рублей было выделено на обновление технического оснащения здравоохранения Ленинградской области. В главной клинической больнице региона были переоснащены кардиология, реанимация и операционные, кабинеты лоров, онкогематологии, травматологии и других врачей. Оборудование закупалось самое современное, с расчетом на будущее. Новые аппараты еще много лет не устареют. Общая стоимость оборудования для Ленинградской областной больницы составила более 100 миллионов рублей. Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко отметил, что главная цель покупки такой техники – повышение уровня и качества медицинского обслуживания. Ленинградская область должна стать территорией здоровых и счастливых людей. Лужская больница в прошлом году тоже не осталась без обновлений. Здесь появился передвижной флюорограф, с помощью которого можно проводить выездные обследования. Кроме того, была отремонтирована детская поликлиника.